Здравствуйте! Сегодня наша съемочная группа побывала в детском садике номер 9 «Родничок». Давайте посмотрим, как в этот раз постарались для нас ребята. Дама сдавала багаж, диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку и маленькую собачонку. Вещи везут на перрон, кидают в открытый вагон. Готов, уложен багаж, диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку и маленькую собачонку. Но только раздался звонок, удрал из вагона щенок. Где на станции дно, потерянное место одно, в испуге считает багаж. Диван, чемодан, циклаешь, картину, корзину, картонку. Товарищи, где собачонка? Ну, вид стоит у колес огромный жирошный пес. Поймали его и в багаж, туда, где лежал саквояж, картину, корзину, картонку, где прежде была собачонка. Приехали в город Житомир, носильщик 15 номер, везет на тележке багаж, диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку. А дальше ведут собачонку. Но только собака как зарычит, а барни как закричит. Разбойники, вору урога, собака не той породы. Свернула она чемодан, ногой отпихнула диван, картину, корзину, картонку. Отдайте мою собачонку. Позвольте, мамаша. На станции от вас получили 4 бумажных квитанции. Диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку, товар и маленькую собачонку. Однако собака пути, во время пути собака могла подрасти. Заба на диету села, чтобы улучшить форму тела. На обед салат из щины, ужин суп из белой глины. Вместо вкусных комаров овощной нежирный плов. Жаба очень похудела, платье классное надела и отправилась гулять, жениха себе искать. Только зря Забе говорила, увидав ее размеры. Очень громко хохотали, швабру жабу обживали. Заба поняла тогда, что диета и руда. Чтобы жениха найти, надо жабе шерсти. И теперь без лишних слов жаба ловит комаров. Тяжко жить на свете мелкому бутузу. Шлепают по попе, щекотят за пузо, отбирают вилки, утирают сопли, одевают боты, чтоб ногами топал, кормят маме каши, на горшок сажают и, похоже, вовсе нас не уважают. Не берут на ручки, 10 кил всего-то. Рано убегает утро на работу, не дают компьютер же шнуры подцапать. Вот сейчас поморжусь, как буду плакать. Папа мой такой смешной, как приходит в садик, чтоб забрать меня домой, лаз и на пол сядет. Я оденусь, он сидит, это мне знакомо. Он все время в группе спит, если из гастронома. Я его не разбужу, ни мечом, ни палкой. Лучше рядом посижу, что мне время жалко. А когда проснется, ой, сяду я на санки и помчимся с ним домой, мы к сердитой мамке. Память, я не зря себя хвалю, всем и всюду говорю, что любое предложение прямо сразу повторю. Ехал Ваня на коне, вел собачку на ремне.
А старушка в это время мыла кактус на окне. Ехал кактус на окне, вел старушку на ремне. Ну, а собачка в это время мыла Ваню на окне. Знаю, что я говорю. Говорю, что повторю. Вот и вышла без ошибок, да чего хвалиться зрю. Как начну конфеты есть, у меня друзей не счесть. А закончились конфеты, и друзей в помине нет. За конфету каждый друг так и рвет ее из рук. Ну зачем мне дружба эта? Я сама люблю конфеты. Танюши дел немало, у Танюши много дел. Утром брату помогала, он с утра конфеты ел. Вот у Тани сколько дел. Таня ела, чай пила, села с мамой посидела. Встала к бабушке пошла, перед сном сказала маме: «Вы меня разденьте сами, я устала, не могу, я вам завтра помогу». Разноцветный подарок. Я подарок разноцветный подарить решила маме. Я старалась и рисовала четырьмя карандашами. Но сначала я на красный слишком сильно нажимала. А потом за красным сразу фиолетовый сломала. А потом сломала синий и оранжевый сломала. Все равно портрет красивый, потому что это мама. Я учу стихотворенье и тихонько съем варенье. Ложка, ложка, снова ложка, до конца совсем немножко. Я шоколадка, мармеладка, да чего учиться сладко. Я учил стихотворение, я бы выучил его, но в буфете, к сожалению, не осталось ничего. Говорить не могут ноги, им положено молчать. Ноги могут по дороге за грибами шагать, бегать в лаеньках по снегу, могут мчать по пляжу босиком, могут прыгать, могут бегать, а устав идти пешком. Говорю это маме, а она твердит опять: «Перестань болтать ногами, сколько можно повторять?» Не ходите, тюки, в моле вы их наберете голя. А у бабки на печи вины и калачи. Затопила бабка печь, калачи бинов испечь. И зазарился судак, а замок весь чудак. Вся барнатик карандатик, и написал: «Я бебега». Я мимяка, я медведь забодал. Испугайся свилюки, размещайся в испуге. А лягушка у болота заливается, смеется. Вот так молодец! Громко и весело. Начинаем. На улице три курицы с петухом дерутся. В окошке три девицы смотрят и смеются. Кыш-кыш, ха-ха-ха, пожалейте петуха. Из-за леса, из-за гор едет дедушка Егор. Самые лошадки, жена на коровке, детки на челядке.
бабушки, а внуки на козлятки. Чики-чики-чикалочки, едет Ваня на палочке, а Тоня на тележке, щелкает орешки. Кукушка кукует, ку-ку, ку-ку, воробей воркует, ку-ку, ку-ку. А петушок кричит ку-ку-ку, а сова носим у-у-у, а рыбы не гу-гу. Тень-тень полетень, в огороде телетень, в избе печка топится, бабушка торопится, она репку печет, по тарелочкам кладет, кот к тарелке скок, к себе носик обжег. Жил забавный Бобик в будке, ел на завтрак незабудки. На обед он ел пионы, а на ужин шампиньоны. Он душистые ест сосиски, отдавал соседке киски. А когда ходил он в гости, приносил под мышкой кости. Мне теперь не до игрушек, я учусь по букварю. Соберу свои игрушки и Сереже подарю. Деревянную посуду я пока дарить не буду. Заяц нужен мне самой, ничего, что он хромой. Ведь измотан слишком. Куклу жалко отдавать, он отдаст ее мальчишкам или бросит под кровать. Паровоз отдать Сереже, он плохой без колеса. Потом мне нужно тоже поиграть и полчаса. Мне теперь не до игрушек, я учусь по букварю. Но я, кажется, Сереже ничего не подарил. Спасибо ребятам и воспитателям детского садика. Пока!